Ну, это футбол, и команда на САФ, фланги, передачи, и стандарты очень сильна, и она сегодня показала, и они забили со стороны. Поэтому поздравляю на САФ с победой, удачи. Вот сейчас Лига чемпионов, когда будет, удачи пожелаем команде, потому что они представляют не только Карши, а Узбекистан, поэтому пожелаем удачи на международном уровне. Ребятам спасибо за самоотдачу. Будем дальше готовиться. Шахраз Нарханов, форма Сахандия Хазар. Он Альмаштан Киз. Он Уинет Алаб из Джабре. Ну, сегодня футбол, видите, он динамичный и физическое состояние. На сегодняшний день он полностью удовлетворяет. И, видите, и в обороне помогает, и в атаке. Поэтому большую пользу приносит команде. 88-й игрок очень хорошо показал, как на второй тайм запустили. А могли бы его поражить? Ну, мы тоже думаем. И все же зависит от тренировочного процесса, да, и кто входит в игру, как входит в игру. Поэтому с точки зрения, кто в каком состоянии на сегодняшний день, мы ставим сильнейших игроков. И плюс, чтобы замена тоже усилила, поэтому была определенно тактические замены такие были. Мы играли на победу, оборонитель, но с быстрыми атаками, поэтому что-то получалось в первом тайме, и сами увидели. Забей в конце гол, когда вывалился слева Мухаммад полузащитник, там начал долго обрабатывать. Чем сегодня футбол показывает, что в штрафной медленно защиты не дает. Поэтому надо все делать быстро. Поэтому он замедлил защитник. Насавский хорошо сыграл, его не забил. Поэтому это мастерство футболиста. Спасибо.